Добре утро. Доброго ранку. Сьогодні у нас у студії чудові гості. Олена Рудковська, організатор міжнародного конкурсу дизайнерів фешн-шоу «Мода без кордонів». Ірина Лісова, власник імідж-студії. Та Лідія Сметана, засновниця бренду «Ванселбе». Доброго ранку. Я в цвітнікі. Доброе утро. Добре. Давайте про цей проект, який вже полюбився 100% нашому місту, тому що це завжди актуальні колекції і те, що можна носити і в буденному житті, і на вечірні виходи, все можна там знайти і побачити. Що цього року буде? В этом году, как правило, мы всегда готовим выставку очень интересную перед началом. Все наши зрители увидят все, что связано с модой и красотой. То есть, я думаю, когда придут зрители в зал филармонии, вернее, не в зал, там даже фойе филармония, да, то тогда они увидят, сколько у нас всего модного и красивого, оказывается, есть. И в 18:15 уже начнется наше шоу, фэшн-шоу, где дизайнеры представят свои коллекции. В этом году будут опять-таки новинки, мы любим удивлять. Ну, я думаю, об этом у нас расскажут уже наши гости. Ну, а я, конечно же, приглашаю всех посмотреть это яркое шоу. Сколько дизайнеров запросила? Ну, плюс-минус. И какие города? В этом году у нас будет представлено около 23 коллекций. Ну, потому что мы решили все-таки, по сравнению с прошлым годом, это было очень долго, поэтому мы разделили. У нас два раза в год проходит конкурс, поэтому в этом году у нас будет 23 коллекции. Будут дизайнеры из Кривого Рога, из Конотопа, из Киева, из Знаменки вот приезжает, как оказалось, очень талантливый дизайнер, из Одессы, это наши постоянные партнеры нашего конкурса, из Молдавии, из Белоруссии. И вино привезут тоже? Вино, ну, они всегда конкурс привозят. Конкурс дизайнеров, первое, что треба привезти, это вино, логично. Ну, а гостеприимство же молдавское. Вот, коллекции мне уже сбрасывали и эскизы, и фотографии, коллекции очень интересные, поэтому я думаю, что они будут удивлять наших кто презентовать зрителей. Будут, я так понимаю, микс-модел с девочки из микс-модел. Да, да. Ой, я в Фейсбуке бачила, у вас там такой кастинг, отбір був девчат, да, правда? Да, кастинг был большой, у нас было три этапа кастинга. Ну вот, я думаю, в Фейсбуке, да, там была вот фотография, было очень много девочек, 57 человек это уже, которые были отобраны, ну а вообще будет принимать участие, если это взрослых 57, ну 60 взрослых и около 40 детей. Тобто и дети будут, и дитячі коллекции, и для взрослых. Це цікаво. Для чоловіків буде? Да, да, это коллекция. И Томашевских будет очень интересная представлена, там больше мужской одежды будет показано. Также будет салон Эпика презентовать, кожаные куртки очень интересные, так что, Дима, можешь приходить. Да, конечно, я буду вести свадьбу, конечно, я приду. Так, а по поводу одежды, хочется узнать мнение экспертов. Какие сейчас вообще, какая сейчас мода? Тренды. Тренды, мода, вот эти вот слова. Юбка в пол, уже от отошла, да, или нет? Платья в пол не отошли. О, легкие. И кроссовки белые. Да. Кайф. Да, кстати, сейчас как раз шаблонов нет уже. Платье, значит, каблук, значит, танкетка. Все за практичность. Это кеды, это кроссовки. Видим. Да, да. Да. То есть, как бы в современном мире девушку берегут. Поэтому, так как темп жизни быстрый, мы много передвигаемся, поэтому должно быть удобно и комфортно. Что касается самих трендов, это нежная палитра, это гринери, это зеленый цвет, очень... Спасибо, что переводите сразу. Да, очень много в чем. Ну, в принципе... Я в тренде. О, боже в тренде. А я в кроссовках, нормально. Хоч так ми витягнули. Давайте трохи розкажемо. Ванселбе є партнером ранкової кави, нашим другом. Трохи про цей бренд, тому що ви представляєте наше місто на всю Україну. І вже на світ. І я бачила, і взуття у вас вже є. Да? Да? Когда будет мужское? Будет. Будет. Вот оно будет до конца года, наверное. Сначала женское, потом обувь, потом мужчины. Вот так, вот такая идея градация, я разумею. Мне кажется, обувь, мужчина, как-то подкаблучник какой-то получается, нет? Да. Ну ладно, хорошо. Так, а еще что-то... Я просто хотела сказать, что Ванселбе именно вот на нашем конкурсе будет представлять такой, ну, я могу сказать, что это будет сюрприз.
Вы расскажете, Лина? Да, расскажем. На конкурсе. Мы же себя не позиционируем как дизайнерская одежда, потому что мы все-таки это украинский масс-маркет, это базовая одежда на каждый день, поэтому в ней мы не увидим там перьев или чего-то такого сверхнеобычного, того, что мы не оденем каждый день. Поэтому и наши модели, это будет немножко сюрприз, ну или уже тогда откроем тайну. Это будут девочки, девушки, наши постоянные клиентки, это наши подруги, успешные леди. Вот, поэтому ух ты! Это будет в таком неожиданном формате. Плюс мы хотим показать, что не только на 90-60-90 сидят наши вещи, а и на обычной девочке. Класно. Що стосується стилю і краси, я так розумію, ви також будете представляти свою модель, свій образ? Да, в цьому році я також планую, як і в минулому, представити свій образ. Олена Рудковська у нас завжди радує цікавими темами. В минулому році це була тема «Люди як птахи», в цьому році тема «Люди як кукли». Ну, це дає такий, скажімо, розмах фантазії любому дизайнеру, любому стилісту. Тема, над якою можна включити фантазію, дуже багато попрацювати. І, в принципі, дуже цікаво хотілося б. Да. Таке різноманіття, тут casual стиль, які навпаки проти люльок, да, яких на підборах і високих. Тут і такі стилі, такі різноманітні. Які будуть направлення, якщо можна? Буде спортивний повсякденний одяг, ми зрозуміли. Будуть вишукані вечірні сукні, наскільки я знаю, зазвичай з Одеси. Такі варіанти привозять. Ну, ви знаєте, Руслан Хвастов, наш председатель журі, це гость нашого конкурсу. В этом году он также будет у нас председателем журі. Он привозит в этом году необычную коллекцию. Это коллекция купальников. Ну, потому что лето близится, так что да. Дима, отменяй свадьбу. Коллекция купальников будет представлена... А по времени это примерно сколько будет? Ну, может, я просто быстренько... Вот также у нас будет номинации, как правило, это и предапорте, предапорте делюкс, фольк. У нас будет... Вот, очень много вышитой одежды в этом году. Я посмотрела, а то дизайнеры полюбили вышивку, так что она также будет представлена. Конечно же, будет арт, куда без него, и детская мода также будет представлена. Ой, чудово. 28 числа, 28 квітня очікуємо цей захід. Не пропустіть. Це дійсно завжди феєрично, цікаво, а головне – корисно. Тому що я знаю, що можна не тільки подивитися, а якщо якась модель вам сподобалася, ви можете звернутися до дизайнера. Ні, дизайнери будуть, там буде також представлен шоурум фойє, так що люди навіть зможуть потрогати і купити. Буде така можливість. Ну і Марія Мельник, ведуча, несменна нашого конкурсу дизайнера. Ладно, шутки шутками. Спасибо, удачи. Уже очень скоро. Приходите, получайте удовольствие. Выход в купальниках мужчины. Это я вас, так сказать, завлекаю. Вот, мы после клипа увидимся.